Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Тепузлиева. В Белой Холунице за два года планируют расселить 13 аварийных жилых помещений. По заявке прошлого года запланировано переселить 9 человек из 5 жилых помещений площадью 184 квадратных метра. На эти цели предусмотрено 4,5 миллиона рублей, в том числе 3 миллиона. Это средства Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ и 1,5 миллиона рублей из областного бюджета. Кроме того, подготовлена новая заявка уже на этот год, в рамках которой должны переселить еще 20 граждан из 8 жилых помещений площадью 225 квадратных метров, сообщает пресс-центр областного правительства. Дайджест недвижимости. Неплательщикам за услуги ЖКХ могут запретить сделки с недвижимостью. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минстрой. Документ предусматривает меры по борьбе со злостными неплательщиками за услуги ЖКХ. В частности, планируется запретить должникам проводить сделки с недвижимостью при наличии у них неисполненного в установленный срок требования по внесению платы. Кроме того, планируется увеличить размер пени с 1,03 до 1,170 ставки рефинансирования Центробанка от невыплаченной суммы за услуги ЖКХ за каждый день просрочки платежа спустя 3 месяца после возникновения долга. Дайджест недвижимости. Цены на жилье в новостройках выросли на проценты за один месяц. По данным информационного агентства Роснет.ру, в марте минимальная цена предложения в Кирове составила 30 тысяч рублей, максимальная – 58 500. Средняя цена – 42 606 рублей. Это почти на процент больше, чем в феврале. На этом все. В студии работала Дарья Тепузлиева. Дайджест недвижимости.